Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Resistance 3. Мы находимся в Пенсильвании, не очень далеко от Нью-Йорка. Мы упали с Витола, и теперь мы здесь в одиночку. За нами отправлен поисковый отряд химер-гибридов. То есть Старик все очень плохо. С тобой. Мы уйдем от корабля и высадим его. А потом к твоей семье. Они полетели к нашей семье, потому что наш герой во сне увидел, что с ними все плохо, поэтому... Скоро мы останемся здесь вообще, сами по себе. Так, ну хорошо. Вступать в бой вообще нет? У меня патронов-то нет. Даже не знаю. Вроде никого не видать пока. Не засекаем. Игра вообще после вот наигранного 4 серий, могу сказать, обалденная вообще. Несмотря на предыдущие довольно слабые, по моему мнению, игры, третья часть, это, ну, это перезапуск франшизы, Джозеф, по сути. Я мог бы упрекнуть тебя за глупые поступки, но нет смысла спорить. Иди на юг через лес. Впереди за мостом стоит поезд. Я буду ждать тебя там. Так, прицелы рыщут. Короче говоря, по сути, это своеобразный перезапуск франшизы, и акцент сделан немножко на другом, в отличие от предыдущих частей. И это чувствуется, и это круто. И игра просто заиграла другими красками. Так, стрелять нет, или как-то попытаться. Да я никак не обойду. Он шел. Ну-ка, давай. Блин, я могу по стелсу, наверное. Вон прямо надо мной. Ой. Я даже не знаю, куда пойти. Он меня целит? А! Твою мать. Хорошо, мать вашу. Хотите по-плохому? Мы вам нарисуем. Что-то летит, по-моему. До свидания. Где же ты? Дегенерат ты эдакий. Не там, да? Живой еще. Кажется, нет. Что тут такое? Шахты какие-то, что ли? Может, туда? Смотри, гад все-таки выжил. Здоровая фигота. Так, нам туда, да? А что же тут?
шахты. Точно, как я и говорил, какой-то шахтерский городок. Видимо, сейчас будет. Джозеф, корабль охотится за тобой. Не высовывайся. Да я уж понял. Патроны, это хорошо. Тихо. Может, мне реально не высовываться? Он же тут висит, рыщет. Это надо было сделать. Иначе я просто не вышел бы отсюда. Чисто. Кто-нибудь видит, откуда пасет он? А вон он, смотри. Не понял. Ты меня засек? Так, и сейчас, я так понимаю, надо будет втопить вот к этому домику. Тихо. Давай. Пошел. Скотина. Просто обложил вас. Так, сейчас он пройдет, и мы побежим вперед. Давай, меня целят. Ой-ой-ой. Ну все, отлично. Так, это у меня слоли. А тут это, блин, тут оказывается. Понял. Помрешь ты уже, нет? Короче. Я так понимаю, обломался-то парниша. Потому что мы топим сюда. Давай. Фу. Успокойся уже, да? Туннель. Будем надеяться, что этот поезд повезет нас в Нью-Йорк. Будем. Так. Что-то прикипело к этой пушке. Мы попали в шахту, в которой ни черта не видно вообще. Людей тут, я так понимаю, уже нет, да? Офигеть. Один уже 21, 22. Я ел 6 дней назад. Голод приходит, потом отступает. Я вижу лица во тьме. Нужно отдохнуть, поспать. Немного. Поспать чуть-чуть. Кошмар. Так, мужик, тебя никто и не спас. Так, хорошо. Нам, по крайней мере, отсюда нужно валить. Я не хочу его судьбу повторять.
так спокойно. О-хо-хо. Надо было отходить. Фиаско. А нам нормально. Как обычно, сначала в ноги, потом в рыло. Самый правильный маршрут. Эй. Что как-то это все можно было обойти. Да ладно, справились неплохо. Дорогая сестра, мне жаль, что вам так тяжело. Здесь, в Ганновере, мы живем в пожарном депо. Нас 12, с твоей семьей будет уже тесновато. Не могу обещать, что здесь лучше, чем у вас. Но, по крайней мере, мы будем вместе. Делай, как знаешь. С любовью, Габби. Дробовик в этой игре просто адовый вообще. Один из тех дробовиков, которые я люблю. Помните, я временами жалуюсь на то, что в современных играх дробовики не торт. Так вот, тут самое что ни на есть торт. Ты что за поселение? Я тебя вижу. Я на другом конце моста, через реку. Берегись. Впереди снайперы. Снайперы, говоришь? Малек, остывай. Не вижу снайперов. Здрасте, до свидания. Это что? А! Да как так? Не задалось как-то, да? Нас спасут. Это плохо. Ну, улезьте, нет? На мать. Свободен. Отсюда. Так, хорошо, куда бежать? По-моему, не сюда. По-моему, он оттуда я пришел. Ишь ты какой хитрожопый. Ты посмотри на него. Ой-ой.
Так, побежим. Побежим сюда. Такое ощущение, что это то же самое. Нет, это другой. Быстрее. Ой-ой-ой, вот это хана уже, походу. Хотя, нормально. Не угадал. Так, ну чё, куда идти? Быстрее, пока тут не набежал еще. Вот, прям сюда. Она сегодня не пролазит. И тут они, ты посмотри. Ладно, сейчас придете. Сами придете, я не буду до вас бежать. Вам больше надо. Больные, что ли? Да, из этого не попадешь явно. Ты посмотри, кто пришел. Плохо. В принципе, нормально. Пожечь меня решил, что, блин, сколько их там вообще, пипец. По-моему, не работает, нет? Блин, какого черта? Большой, ты там? Вон он. Могло бы быть и хуже. Так, а что там? Блин, вы еще идете. Внутри химерского терраформера. Свободен. Мы почти в городе. Там, я думаю, затеряемся.
Если только город не полностью под их контролем, конечно. Че, через мост? Я не хочу. Слишком плохое место. Походу придется. Сын, смотри. Фонари. В эту штуку явно не стоило стрелять. Так, и как я его победю? Что-то, честно говоря, меня терзают смутные сомнения. Только ракеты. Где ракеты у нас? У нас есть ракеты? У нас нет ракет. Хорошо, будем искать. Значит, где-то тут лежит. А я втыкаю. Включились. А, вон она. Понятно. Блин! Надо сюда прыгать, понятно. Торнадо, химерская базука. Так, L1 масштабирование, R1 стреляет. R2, светящийся. Ой, какой пипец. Как все сложно. Пошло. Еще? По-моему, неплохо вошло. Да посмотри на него. По-моему, стоит бежать, он сейчас упадет явно. Припасы. Хорошо, пойдем еще возьмем. Тихо. Выпустили этих. И продолжаем. Блин, нет, 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 лучше уходи. Сколько можно, ты не понимаешь? Изменил, что ли, маршрут свой? Пошло. А, блин, упал. На ровном месте. Ну, в принципе, понятно, но что-то, блин, слишком много ракет в него входит. Какой крепкий, ты посмотри, да?
Я сразу, как этот мост увидел, я уже понял, что с ним будут какие-либо проблемы. Это было очевидно. Не та эта игра, чтобы все прошло ровно, гладко. Где? Вдруг упал где-то? Первый вошел. Второй вошел. Хорошо. Отлично. Четыре вошло уже. Никто не бежит. Вроде, кстати, нет. Входим. Блин. Вот раз получили. Скрывается, это не смотрю. По-моему, ему резко похило. Где ты, мать твою, за ногу? Отлично. Так, мне бы еще. Осталось понять, куда попасть. Отлично. Ну, наконец-то, блин. Интересно, а как... А, понятно. Я думаю, она сама открылась. Слава богу, ты жив. Иди сюда. Джозеф, если мы не перейдем горы, а проедем через них на этом поезде... Я знала, что вы придете. Я видела ваш бой на мосту. Мы молились, чтобы вы пришли. Идите за мной. Спасибо, Господи, ты услышал молитву. Поезд. Он не работает. Мой муж мог бы починить его. Но 2 дня назад он пошел чинить генератор. Когда он вернется? Должен был вчера ночью. Проблемы. У него. Джонатан, мой муж, возглавляет нашу общину. Нас немного осталось. В шахтах живет существо. Вначале оно сжирало целые семьи. Мы сражались, но потеряли 1000 людей за месяц. Мы выучили урок. Расскажите мне об этом существе. Оно вылезает из земли, как сатана. Оно заразило многих. Они стали бестиями. И хуже. Мы строим стены, но они проламывают их. Джонатан говорит, что так Бог испытывает нашу веру, как Иова в Библии. Мы терпим, боремся, молимся. Но иногда так много грусти и боли, и смертей. Вам лучше уйти. Уйти? Нет, сэр.
Это наша земля, данная Богом. Если мы умрем здесь, да будет так. О, как. Так, ну что, давайте на этом закончим, а в следующей серии посмотрим, что за существо здесь внизу водится под городом. Я думаю, это будет эпично. Людей утратила веру, так, подожди. И ушла. Они не прошли километра. Теперь они в раю. Мир их праху. Понятно. Ну, в общем, осваиваться в этом поселении мы будем в следующей серии. Здесь есть на что посмотреть и есть куда идти, судя по всему. То есть дел полон, забот полон рот. Прикольно получилась серия, мне очень понравилось. Следующее, я так чувствую, будет немножко хоррорно. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.